думаю, что твои ушки надо тщательно осмотреть, да? Твои ушки, да, для этого я возьму несколько инструментов. Так, мне понадобится отоскоп и чистилка для ушек. Так, я буду смотреть вот Проверим другое ушко. Дальше у нас с тобой положительно будет. Давай-ка сначала
Хорошо. Сейчас мы вытрем остатки и пройдемся кисточкой. Хорошо. Займемся другой стороной. Где же моя волшебная штучка? Неужели я ее потеряла?
найти. Напоследок мы с тобой проверим твой слух, хорошо?
доходом хочу спросить тебя, как хорошо ты слышишь мои слова тебе с ушка на ушко. Начнем с этой стороны. Прекрасно. Хорошо. Я смотрю, с тобой уже все в порядке. Так что иди заряжайся мурашками, в праздничном настроении.